Но, понимаете, когда ты зовешь человека, и за тобой идут люди, то часть тебя уже тебе не принадлежит. Хочешь ты или не хочешь, ты обещал. Хочешь ты или не хочешь, ты не имеешь права остановиться. Ты обещал людей довести до результата. Хочешь ты или не хочешь, часть тебя не принадлежит. Я хочу спать, но я встану, я буду на связи с командой. Я буду болеть, но я встану, я буду... Эта часть меня не принадлежит. Я помню эти глаза, я помню эти мечты, я помню это вдохновение, которое, эту надежду, которую получает человек после встречи со мной. Как я могу остановиться? Как я могу уйти в декрет, когда ко мне пришли новые люди? Я знаю их истории, я их прочувствовала, я знаю их боли, их радости. Как я могу остановиться? Как я могу не выйти сегодня на связь к ним? Какое я право имею? Я обещала им вместе воплощать эти мечты, помочь им. И поэтому, будучи в третьем декрете, имея деньги, мы работали, много работали. И почему? Потому что за нами люди. Потому что мы не имеем права поступить по-другому. Мы должны показывать результат. Мы лидеры, мы ведем за собой, мы должны показывать результат. Мы должны вести и исполнять то, что мы обещали каждому человеку, который пришел за нами. Вы знаете, так незаметно, изо дня в день вы остаетесь преданы своим людям. Вы не замечаете, как создается, приходит время. В вашей команде может стать вот такая организация, может через некоторое время встать в зал и аплодировать вам за то, что вы не сдались. Если бы вы тогда сдались, у сотен людей не появилась бы этой надежды. Помните об этом, пожалуйста. Никогда не сдавайтесь.